Деревня Грязь всегда считалась богемным местом на карте Одинцовского района и излюбленным для проживания артистов эстрады. Поэтому открыть выставку своих звездных картин нестандартная художница Ольга Окс решила именно здесь, в надежде, что когда-нибудь популярные артисты станут посетителями ее вернисажа. Ольга пробует свои таланты и в качестве дизайнера эстрадных костюмов. Эти пестрые бальные платья со вставками она придумывала и шила сама. Ольга – член Творческого союза художников и Международного художественного фонда. Работает в стиле экспрессионизм и преимущественно в технике коллаж. Когда я смотрю на картины своей сестры, я понимаю, что они многим могут не понравиться. Скажут, да что это такое? А вот это же свой стиль, своя передача видения мира. Вот этот стиль. И коллаж, как экспрессионизм, он является каким-то оригинальным. Как каждый поэт сочиняет то, что он хочет. Для этого не надо где-то учиться. Оля сочиняет, она училась, она обучалась художеству. Она пишет то, что видит. Чувствует. Излюбленной темой для творчества художницы стали портреты звезд отечественной эстрады. В частности, та женщина, которая поет, Алла Пугачева. Ольга старается подражать Примадонне не только в творчестве, но и внешне. Мне хочется всегда передать экспрессию ее самого главного дела, ее песни, ее музыки. Она и вот это вот бурлеск линий, бурлеск красок, это как раз вот мое отражение, мое, так сказать, как бы на той же волне пытаюсь работать, как она поет, быть такой женщиной, которая рисует. Ольга, каждая песня Аллы Борисовны – это исповедь, согласитесь. Скажите, носят ли ваши картины исповедальный характер? Безусловно, это исповедь. И, кроме того, без вдохновения я уж не привыкла работать. Нет вдохновения, нет картин. Вообще, технику исполнения своих полотен Окс постаралась перенять от знаменитого испанского художника-сюрреалиста Пабло Пикассо. Некоторые картины она даже подписала его инициалами. А среди отечественных мастеров живописи вдохновителями к творчеству Ольга считает Владимира Немухина и Анатолия Зверева, который до сих пор считается легендой художественной жизни Москвы второй половины 20-го века. Всегда-то мы стояли вот такая вот подвал в Грузинской, вот стояли туда, в очередь на настоящее искусство, а не то, что висело. Тот реализм, который показывали на Кузнецком мосту и вообще везде, где выставлялся наш мозг, это не было реалистично. Мы так не жили, мы такую жизнь не помним. К смелому и нестандартному творчеству Ольги Окс можно относиться по-разному. Главное – это послевкусие от просмотра вернисажа, а оно несет в себе праздник, фейерверк красок и, как говорит сама художница, бурлеск эмоций. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».